Здравствуйте, меня зовут Василиса Ротару. Я хочу поделиться с вами опытом, который я получила недавно. Ко мне обратился молодой человек, который часто у меня тестируется, с просьбой проверить его срочно. Время было позднее, потому что у него уже второй день высокая температура, аппетита нет, в груди не болит. Все время хочется спать. И он просил проверить, нет ли ничего такого страшного у него. Конечно, я согласилась. И сильно была удивлена, когда мы сняли информацию у него. Вот и сейчас я покажу, чему я так сильно удивилась. Так, сейчас я найду быстро его. Бах. Так, идем в самый низ. Когда он положил руку, у него, вот как вы видите сейчас, все органы такого бордового цвета. Видите, все срезы, все органы. Это говорит о том, что в этих органах есть маркер с оценкой 6. Что же означает этот маркер? Это говорит о том, что на данный момент времени в этой зоне функция отсутствует, то есть патологические изменения в тканях декомпенсированы, происходит энергетический сбой, ресурсов в данной зоне нет. Ну вот, я его спросила, ты сейчас находишься в сильном стрессе? Да, я очень сильно боюсь, чтобы не было ничего такого страшного. И вот результат стресса, и тут видны на лицо. Вот я открою любой орган, например, вот, ну, какие, вот, гортань, ну, гортань он тоже, видите, все черные, все маркеры черного цвета. Дальше, и так открываю все органы, все системы, и везде вот такая картина. Ну, что интересно, если мы заходим и смотрим, то тут диагнозов, как мы говорим, да, вообще нету красного цвета. О чем это говорит? Это говорит о том, что у него большой стресс, у него очень не хватает в данный момент энергии. Что я сделала? Я попросила, пока я тут сам попросила его выпить полстакана, ну, биогенной воды. Ну, поскольку у меня там 6 капель я сейчас использую, я ему дала только полстаканчика. И после этого я его попросила еще раз положить руку на биотест, еще раз сняла информацию. И вот вы не поверите, что произошло с его органами. Вот, да. Смотрите, да, я не туда пошла, сейчас, вот он. Смотрите, нету, уже органы стали, ну, зеленого цвета в основном, есть и красный. Красный это тот, где есть маркеры, пятерочка. Зеленого это маркеры единичка, двойка, тройка, четверка. Вот с такими, самым у нас даже мы не можем сказать, что он сейчас нездоровый. Дело в том, что вода, которую мы потребляем, тем более хорошая вода, я использую воду биогенную, водородную воду, но я ему предложила биогенную воду с каплями Инюшина. И вот смотрите, какая картина. Но все равно то, что у него какая причина была, она та и осталась. Но уже сами органы уже получили энергию, они не так сильно будут страдать. Вот, например, что я в конечном итоге выявила, что у него есть. У него большое количество, сейчас я перейду вот сюда, где первый раз. Так, вот. И печать, и пикрис. Вот смотрите, у него очень много вирус, аденовирус, потом стрептококк золотистый, так, еще что, так-так-так, у него аллергены, аллергия сейчас была аллергена, мы выявили, ну и так, золотистый стафилококк и так далее. Что можно? Можно вполне справиться, если организму помочь.
Вот что я хотела сказать, что меня поразило, и хочу поделиться, что надо потреблять воду хорошего качества, и тогда мы не будем допускать такого состояния организма. Всего вам доброго, желаю всем здоровья.